Вот. Ух, ребята. Какая мощная поклевка, вы все видели сами. Вот хороший окунь. Ребята, еще так села крупная. Ух, блин, скот обидный, а. Вот. Ух ты. Что-то крупное опять. Надеюсь, увидите. Что там? Неплохой окунь для этого озера. Яркая раскраска. Ребята, ребята. Не знаю, что здесь. Ух ты, вот это окунь. Ух, ребятки, а. Вот это рыбалочка сегодня. Закат, как вы можете видеть, просто шикарная рыбалочка. Рыбка клюет. Красота, пейзаж, свежий воздух. Ребята, всем привет! Нашел время выбраться и на рыбалку. Осенняя пора, сентябрь месяц, самая настоящая интересная рыбалочка. Сегодня я буду ловить на микроджиг, погоняю местного окунька, посмотрю, как он сегодня активен, либо нет. Время 6 часов вечера, солнышко. 12 градусов тепла на озере, попробую половить микроджиг, окунь. Смотрим, выпуск будет интересный. Поехали! Приманка ногой шимп, 2 дюйма, двойной крючок, 2 грамма чебурашка. Ребята, ребята, есть. Есть. Со второго заброса что-то клюнуло у нас. Это окунек, скорее всего. Да. Ух, сошел. Первая рыбка сегодняшнего дня. Делаем еще заброс. Вот, есть скот. Есть, есть. Забрал он. Вторая рыбка, первая сошла. Неплохой окунечек. Ух, сошел. Второй сход. Ребят, ребят, что-то село. Что-то село. Смотрим. Это окунь. Вот он. Ух. Хороший окунек. Такой размерчик. Окунек хороший. Приманочка. Вот его берем. Сделаем еще заброс один. Перепад глубин идет. Оп, вот была поклевка. Есть, есть, клюнул. Вот на перепаде глубин. Еще один матросик. Вот такой пойдет тоже. Недалекий заброс. 2,5 оборота катушки. Пауза. Оп, и вот он, ребята. Который неплохой окунек. Жадная мощная поклевка. Вот он. Очередной окунь. Микроджиг. Вот, пойдет. Выбрался половить пару часиков. Посмотреть. Активность окуня какая. Вот, вот. Добрал, добрал, ребят. Ох. Пойдет. Такой. Очень быстро нашел локацию окуня. Недалеко от береговой зоны, от тростничка. Ребята, вот он.
прямо у лодки. Вот он. Жадная поклевка. Пойдет на живца, оставляем. Была поклевка, вот он досел. Неплохой окунь, ребят. Я надеюсь, вы все видите сами. Такой красавец. Ух. Все в прямом эфире, все для вас. Жадно закусил. Вот такой красавец. Вся приманка во рту. Тиога 2 дюйма. Ребята, вот. Ух. Какой неплохой окунь тоже. Вот такой красавец. Мощная поклевка против ветра. Ребята, что-то крупное село. Ну, относительно для этого озера. Пока не вижу. Ух, это окунь. Вот он какой. Вот такой красавец. Вот для этого водоема это вполне достойный размер. Пойдет. Вот. Ух, ребята. Какая мощная поклевка, вы все видели сами. Вот хороший окунь. У меня подсак есть. Вот. Вот он. Теперь не уйдет. Вот такой красавец. На длинной паузе. Красивый окунь. Только хотел менять приманку, и поклевочка. Очередной красавец. Для данного водоема это хороший размер. О, есть. Тоже неплохой. Ребят, неплохой окунь. Сход, обидный сход. Вот на этой точке неплохо пока работает. О, ух ты, вот, ребята. Это тоже неплохое что-то. Спиннинг отрабатывает. Фаворит Bluebird. Комплект у меня. Катушка Stinger и Nova Ultralight. Шнур. Японский ПЕшка. Ух ты. Вот он. Вот поменьше размер. Поменьше размером будет. Натура. Хорошая рыба. Для этого водоема. Берем. Ребята, еще так села крупная. Ух, блин, сход обидный, а. Это было что-то мощное. Тиога 2,4 дюйма, 2 грамма, неплохо отработала, поэкспериментируем, поставим рака, Lucky John. Вот, ребят, традура, ух ты, опять сход обидный, первая проводка на рака из традура, поклевка. Ух, ребята, что такое, обрыв приманки? Срез. Да. Срез. И нет рачка, как говорится. Скорее всего, щука. Спрашивают меня, как я одеваю. Вот я беру рака. Двойной крючочек маленький. Вымеряю расстояние примерно. И спокойно вставляю в тело.
Вот получается двойничок. И чебурашка 3 грамма. Вставляем обратно. Вот такой простой монтаж. Напрямую тебя привязал. У меня маленький флюорокарбоновый поводочек. Ух, ребята, опять что-то было. Я не понимаю, что это такое. Второй обрыв подряд. Что там стоит? Рак. Офсетный крючок. Ребята, вот сел окунь. Ух, на рака. Лаймшот трейл цвет. Аккуратненько. Вот он. Посмотрите, как вся приманка у него во рту. Такой красавец его. Вот он. Офсетный крючок у меня сейчас. И такая поклевка хорошая. Так как много было уже сегодня срезов и возможно, может, зацепом, вот я оснастил офсетным крючком. Вот, ребята, уп! Ух ты! Что-то крупное опять. Ух! Надеюсь, вы увидите, что там. Ух! Такой красавец! Ух! Вот кабанчик, можно сказать. Вот я все-таки на длинной паузе. Вот он. Вся приманка, весь рак. Красавчик. Мощно бомбанул. Подсекся хорошо. Неплохой окунь для этого озера. Яркая раскраска. Снова вышла. Ребята, подсела снова рыба. Это очередной окунь. Да. Поменьше размером, но тура вполне съедобный. Такой красавец. Вот за моей спиной закат, как вы можете видеть, еще буквально несколько минут и солнышко скроется. Такая шикарная рыбалочка, ребята, получается. Ребята, не знаю, что здесь. Ух ты, вот это окунь. Вот это я его подсек, какая. Ух, обалдеть. Вы все видели сами. Ух, вот такой кабанчик. Вот это уже рыбалка удалась, можно сказать. Посмотрите. Такой красавец. Как я его засек в самый последний момент. Вот он. Вся приманка во рту. Не брезгует. Это офсетный крючок. Вот он. Ух, ребятки. А. Вот это рыбалочка сегодня. Берем. Чуть более полтора часа на рыбалке. Сейчас время без 15:08. Половил окунька, получил удовольствие. Солнышко скрылось, перестало клевать, ребята. Спасибо за просмотр. Вот сегодняшний улов. Были толстенькие окушки плохих размеров. Такая рыбалочка, ребят. Окуньки есть. Можно даже покоптить. Ставьте пальчики вверх, кому понравилось. Подписывайтесь на новые видео. До скорых встреч. Всем пока.